Полуботинки с декором и резинкой 75-428. Это номер лота. И цена 1490 рублей. И это, обратите внимание, абсолютно хит нашего прямого эфира. А еще, вот если на сеечку посмотреть, там написано Health Shoes Econom. Это предложение торгового дома Avenir. Достаточно популярного бренда в России на телевизионных экранах. Ну и очень много уже женщин выбрали для себя именно вот этот бренд, потому что, ну, это не ортопедическую обувь, будем применены, но она повышенной комфортности. Да, ты все правильно сказал, и сердце этой обуви, это, конечно же, стелька, которая может являться вашей индивидуальной стелькой. Она действительно со свойствами ортопедической, потому что она, во-первых, мягкая, поэтому ваша пяточка будет поддерживаться. У нас с вами здесь есть такая мягкая зона, выполняющая функцию подпяточник. Во-вторых, по всему периметру, по всей длине стельки мы с вами эту мягкость будем ощущать, потому что внутри находится спененный материал. Но и самое главное, посмотрите, у нас с вами здесь есть такой элемент, горка, который нам Юра сейчас продемонстрирует. Это называется супинатор или подсводник. Именно он будет поддерживать вашу стопу, арку в вашей стопе. Это там перфорация, да, идет еще вот, такая, да? Да, да. Свод вашей стопы будет поддерживать, а значит нагрузка у нас будет распределяться равномерно. Она не будет уходить в переднюю носочную часть или только в пяточную зону. То есть нагрузка распределяется грамотно, а значит ноги не устают. Итак, если вам приходится много времени проводить на ногах или есть уже свои возрастные анатомические особенности строения вашей ноги, ну правда, может быть шишечка появилась, может быть есть какое-то, ну, что-то с веной произошло не так, плоскостопие, например. Кстати, вот для беременных женщин тоже очень актуальное предложение, когда вес достаточно большой, чтобы нагрузку суставов снять. Вот такие вот полуботинки с декором и резинкой очень вам подойдут. 1490 рублей. Выгода 1400 рублей, буквально 50% скидки вы получаете. И это вот фактически на пороге сезона, когда вот такие вот полуботинки будут очень актуальны. Ну, эластичные они. Я не знаю, почему называют их полуботинки, потому что мне, конечно, они напоминают вполне себе женские туфельки. Туфли на танкеточке. Эластичные они, Юра, действительно, ты верно заметил, потому что здесь используются такие материалы. Верх – это эко-кожа. Ну, видите, она гнущаяся, эластичная. Наша с вами подошва выполнена из полиуретана. Полиуретан – это легчайший материал, просто легчайший. А давайте взвесим. Да, с удовольствием, Нам Юр. Нужно поставить обязательный эксперимент, и его сейчас мы обязательно сделаем для вас. Сколько же весят вот такие вот прекрасные полуботинки? Ну, пока ты готовишь весы, посмотри, нам девочки демонстрируют модели эластичность подошвы. Смотрите, как она гнется, да? В носочной части у нас с вами нога не испытывает какого-то препятствия, то есть там, где происходит как раз сгиб стопы, ничего не мешает этому. Торопится, спешит сейчас навстречу с судьбой, так и хочется сказать. Поэтому, переминаясь ноги на ногу, не получает ни одного залома на этих прекрасных полуботиночках. Давайте посмотрим, сколько же действительно они весят. У нас есть весы, и показывают они... Так, я не качаю стол. 191 грамм. Это полупара. Это полупара, да? Чашка больше весит. Ну, вот я тебе говорю, что я с собой ношу иногда пудру, и у меня вот баночка с пудрой весит гораздо... Сейчас мобильный телефон столько же весит. Ну, вот, вот, да? Абсолютно легчайший. И это несмотря на все габариты, в данном случае, танкетки. А может быть, тогда и посмотрим, какая же высота у этой. Конечно, танкетки. Давай мы с тобой измерим высоту танкетки. Она у нас здесь тоже комфортная. Ага, вот. Итак, у нас с тобой 4 сантиметра в носочной части. В пяточной части, так, да. А вот в носочной части у нас с тобой будет 1 сантиметр. 3 сантиметра, да, переподоса. Да, ну, от полутора сантиметров до 4. Это высота, при которой ортопеды вам позволяют в обуви ходить неограниченное количество часов. Вот, рекомендации врачей-ортопедов здесь учтены. Поэтому можно действительно сказать, что если это даже не ортопедическая обувь, не ортопедическая, но обувь повышенной комфортности, если есть свои проблемы с ногами, для того, чтобы эти проблемы не прогрессировали, чтобы Конечно. Не становились хуже, как говорится, вот такая вот обувь, очень на самом деле комфортная. Ну и конечно, цена 1490 рублей. Напомню, что высота каблука у нас 4 сантиметра. И он еще, ко всему тому же, достаточно устойчивый, потому что если посмотреть на подошву снизу, то мы с вами видим, что он достаточно широкий. Ну, он широкий, ты хочешь, чтобы я его измерил, наверное, да? А я пока скажу, что новая цена 1490 рублей, и у нас выгода 1400 рублей. Прям 50% взяли и убрали специально для вас. Да, каблук у нас составляет 6,5 сантиметров. Действительно, это широкая подошва для того, чтобы вы себя чувствовали защищенными, для того, чтобы вы себя чувствовали устойчиво. Какое здесь слово еще подобрать? В общем, я надеюсь, что мы вас убедили в том, что эта подошва имеет огромное количество преимуществ, учитывая, что она еще и гнущаяся, эластичная.
Вот вопрос эластичности. Да. Давай тоже еще продолжим. Я вижу, что здесь есть даже не одна, а сразу две эластичные вставки. И я вот, ну, в мужской вообще не люблю шнурки. И когда есть такие вот эластичные вставки, даже сейчас я нахожусь в туфельках мужских, в которых есть эластичные вставки. Я считаю, что очень комфортно. Да, абсолютно, потому что никакой сложности вам не предоставит эту обувь снимать и надевать. Учитывая, если у вас высокий подъем, и вы постоянно ищете обувь с высоким подъемом, такая обувь вам тоже подойдет. Потому что как раз-таки эти эластичные ленты с внутренней и с внешней стороны, они растянутся под параметры вашего подъема. Мы сейчас нашу модель попробуем продемонстрировать, да? Язычок, который как бы забегает на ее подъем, еще больше отодвинуть. Вот ручку просто просунуть даже под язычок и показать потенциал нашей резины. Сейчас посмотрите, вот облегает, и даже если у вас отекает, предположим, нога в течение дня, ближе к вечеру такое случается, вот, начинает работать эластичная вставка, и не будет никаких вот на коже вот таких заулочек. Ну, это материал, который подстраивается. Смотри, мне нравится эта компания обувная, потому что она грамотно сочетает разные материалы. И эко-материал, это эко-материал, да, материал верха. А внутренний материал, подкладка и стелька, это натуральная кожа. Вот скажи, пожалуйста, как специалист, как профессионал, для чего нужна натуральная стелька внутри? Могли бы все сделать из эко-кожи? Ну, могли бы, но дело в том, что у некоторых, скажем так, выделение влаги, ну, достаточно обильное. Многие потеют. Да, вот для таких людей, конечно же, необходима стелька из натуральной кожи, потому что она дышит. А в нашем случае еще имеется вот такой супинатор или подсводник с перфорацией, куда будет накапливаться влага и отводиться от стопы. То есть она будет испаряться. Внутри влага не будет накапливаться. Абсолютный хит продаж прямого эфира телеканала Дисконт. 1490 рублей. Это цена 1490 рублей. За эти потрясающие полуботинки, которые, конечно же, займут достойное место в вашем гардеробе. Последние секунды презентации. Номер лота 75-428. Звоните и спешите сделать заказ уже сейчас. Если вдруг по какой-то причине вам не отвечают, подождите немного. Колл-центр может быть немного перегружен. Наши операторы вам обязательно ответят на звонок. Ну и самое главное, что вы ничем не рискуете, потому что оплачиваете покупку только в момент получения. Ну а в данном случае это полуботинки от того бренда, который зарекомендовал себя.